однокласснику, смотрим. Что для вас значит праздник 9 мая? 9 мая. Мне это значит, как бы, день мужчин. Мы должны их поздравлять. Святой Дали. Как женщина, но 8 марта. Да, только 9 мая, да? Да. Как бы поздравлять мужчин. Ну да. Кого ты будешь поздравлять этот праздник? Да. Буду поздравлять Акину, это мой дедушка. И Стаса, и еще кого-то. Придумаю. Или мама напомнит. В каком году началась Великая Отечественная война? А мне откуда знать? Не, ну вдруг? Не, я правда не знаю. Вы это не проходили. А, ну что пройдешь теперь? Последний вопрос. Какого числа отмечают День Победы? 9 мая. Так ты же сама говорила 9 мая. Да. Вопрос подумал. Палец, да. Вот. Так. Что для себя значит праздник 9 мая? Для меня это праздник, пока еще. Праздник 9 мая. Это тот день, когда наши солдаты победили в войне. А, поняла. Кого ты будешь поздравлять? Пап. Что для себя значит праздник 9 мая? Неизвестно. Ладно. Кого ты будешь поздравлять? Моих 5 дедушек и... Ну, как много у тебя дедушек? В каком году началась Великая Отечественная война? 1940. Каким? Первым. В 41 году. Какого числа отмечается День Победы? 9 мая. Молодец. Что для себя значит праздник 9 мая? 9 мая – это очень хороший праздник, который мы отмечаем 8 марта. Прекрасно. Кого ты будешь поздравлять? Своих дедушек и бабушек и других мальчиков, которые сражались на войне. Молодец. В каком году началась Великая Отечественная война? Не помню. Ладно, 1941. Какого числа отмечают День Победы? 9 мая. Молодец. Что для себя значит праздник 9 мая? День Победы. Что он значит? Ну, о чем он? О том, как Россия победила. Кого? Не помню. Ладно. Кого ты будешь поздравлять в этот праздник? Всех своих родных. Молодец. В каком году началась Великая Отечественная война? Не знаю. В 1941. Сложная цифра, я знаю. Какого числа отмечают День Победы? 9 мая. Что для тебя значит праздник 9 мая? Поздравлять. Голос, отвечай смело. Папу. Кого еще? Да. Дедушку. Дедушек, бабушек, которые воевали. Или у кого еще родители воевали? В каком году началась Великая Отечественная война? 1941. Какого числа отмечают День Победы? Это число в мае. 9 марта. Мая. Молодец, спасибо. Что для тебя значит праздник 9 мая? День Победы. Хорошо. Кого ты будешь поздравлять?
дедушку, папу и прадедушку. Отец. В каком году началась Великая Отечественная война? В 1941. Нужно знать. Какого числа отмечает День Победы? 5 мая. Молодец. Что для тебя значит праздник 9 мая? День Победы. Хорошо. Кого ты будешь поздравлять? Дедушку и папу. Хорошо, молодец. В каком году началась Великая Отечественная война? 1941. Молодец. Какого числа отмечают День Победы? 9 мая. Молодец. А что для тебя значит праздник 9 мая? День Победы. Кого ты будешь поздравлять? Дедушку, папу и братика. Молодец. В каком году она началась, Великая Отечественная война? Первом году. На 40 лет ошиблась. В 1941. Какого числа отмечают 9 мая? Ой. День Победы перепутала. Прекрасно. Так, думала.